работаем, тренируемся, ждем с нетерпением этот матч, потому что он, я думаю, будет очень интересный. Тем более наш соперник идет на первом месте, так что надо его догонять. А так все проходит, как обычно. Ну да, была неприятная травма, но ничего, это футбольная жизнь такова. Конечно, хотелось быстрее восстановиться, но так случилось, что получил еще небольшое повреждение, пришлось чуть-чуть задержаться. А так, ну, понятно, что еще физически не полностью готов, мы будем работать, прибавлять, и думаю, все будет хорошо. Ну, Батэ всегда был хороший соперник, да, действительно, они набрали великолепный ход, всех обыгрывают. Но понедельник будет, я еще раз говорю, очень такая тяжелая, интересная игра, так что постараемся их остановить. Жду красивой, интересной игры. Думаю, будет забито немало голов. Надеюсь, с нашей стороны. Я надеюсь, игра зрителям очень понравится. Пользуясь случаем, приглашаю всех на стадион «Динамо» поддержать наш клуб. Всех ждем на матче. Ты должен туда врываться. Тебе он не даст, там есть у тебя сзади гол.